мы приехали на Нику. Вот стилёво, 33-й Sky. На фендерах по типу N-Style. Спереди Maestro. Я думаю, хорош. Две креста. Тоже прикурился. Вот она, 110-я элита. В таком двухцвете. Фендеры вообще спорные. Так, на Гонаревичах. Крутой вот такой вот 180-ик. Очень хорошо. Пожалуйста, Супра на такой вот спойлерине. Вся облезла. Уши модные какие-то. Такая вот Супра. Кстати, неплохо едет. А, и вот, олдскульная тема. Кожа на капоте. Так, что же вам еще показать? Так, четырка Зенки на первом джее. Пятнашка такая вот кручевая. О, тринашечка. Fender N-Style, аэробампер и самый нелюбимый мой мотор за 18. Вот он, крутой 33-й Лавр. Зацените, как губа закреплена. Короче, 25-й мотор. Очень хорошо здесь он едет. Прям по кайфу. По широкой. Все там продырявлено. Ржавое. Ну, вот эту тренажку, я думаю, вы уже видели. Я уже показывал. Приехали с Киото. Сейчас помогал, тут резина перебывал, кстати. Вот, прикольно Аеха. Очень хорошо едет. Каеха. Спринтер. Очень стилевая. Нифига там. Палка. Четыре же я свежий на дросселях. Очень прикольный Sunny трек. Он вроде на сырочке, на атмосферном. Диски, шарки. 13-е. Так вот сейчас на кэрри оставлю такой размер. Здесь колесиков на 2 належат. И еще шарки. Очень стильно.